Сервер 2012. Индивидуальные политики паролей в домене. В Windows домене политика паролей применяется на контроллере домена, поэтому она общая для всех пользователей в домене. Но, начиная с сервера 2008, появилась возможность индивидуальной настройки паролей, чем мы сейчас и займемся. Запустим утилиту управления пользователями и компьютерами в Active Directory. У нас есть два пользователя, User и User1. Давайте попробуем изменить пароль для User на простой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы не можем его изменить, потому что политика, установленная на домен, это делать не позволяет. Запустим утилиту управления Active Directory. Active Directory Administrative Center. В нем перейдем на наш домен Contoso. Перейдем в закладку System. И здесь у нас есть Password Settings Container. И здесь мы создадим новую политику для паролей. Имя. Допустим, тест. Приоритет 1. И снимем все ограничения. Следует помнить, что политика, которая назначается здесь, перезаписывает политику, которая назначается на домен. И выбираем пользователя. Пускай это будет пользователь-юзер. Также можно выбрать группу глобальную. Выбрали пользователя, нажимаем ОК. Снова возвращаемся в утилиту управления пользователями и пробуем изменить пароль для пользователя User на простой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нажимаем ОК. Ну, как мы видим, пароль успешно изменился. А для пользователя User1, на которого политика не распространяется, если мы попытаемся ввести этот пароль, 1, 2, 3, 4, 5, 6, то, как мы и прежде, получим сообщение, что пароль не соответствует установленным политикам на предъявляемых паролях.